премьер-министр Республики Армения Пашинян Никол Воваевич. Премьер-министру Республики Армения Николю Воваевичу Пашиняну. Прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Садыр Нургажевич. Очень рад встрече с вами. И хотел бы еще раз поблагодарить за теплое гостеприимство, которое видно уже с первых минут нашего прибытия. Конечно же, у нас намечается очень важное заседание. И у нас очень большой и насыщенная повестка по очень важным вопросам. И это непростые вопросы, и я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям и оставить как можно меньше работы для Высшего Евразийского экономического совета. И я хочу сказать, что в общем в Евразийском экономическом пространстве мы только что об этом говорили. Негативные предсказания, в общем, они, можно сказать, не оправдались. И наоборот, оправдался наше восприятие ситуации, потому что мы реально зафиксировали, что вот та новая ситуация, которая возникает и возникла после пандемии, конечно же, не же приносит с собой новые вызовы, но еще и создает новые возможности. Я очень рад, что мы именно сконцентрировались на этой повестке, смысл которого как бы управлять вызовами и использовать те возможности, которые возникают. Сейчас, когда мы смотрим на цифры товарооборота внутри Евразийского экономического союза, мы видим, что там есть очень большие росты в сравнении с 2021 году. Ну, конечно же, это нужно зафиксировать, но не надо как бы расслабиться, потому что тяжелые времена, к сожалению, не закончились, и нужно сконцентрироваться, чтобы попытаться сохранить тот темп, который сейчас в товарообороте есть среди стран Евразийского экономического союза и среди стран-партнеров и так далее. Еще раз благодарю за прием, за теплый прием, и уверен, что мы эффективно поработаем, и те решения, которые мы примем, пойдут на пользу нашим странам, нашим гражданам и нашему союзу. Спасибо большое. Благодарю вас, Николь Воваевич.